Ну что, друзья, поехали еще один забег. Айзек, хард, как обычно. Да, и чайник... Ой, чай у меня стоит рядом с микрофоном, так что, сорян. И... Не в этот раз, дружище. Не в этот раз. Лучше так. Flaming Tears хватит с меня. Меня с них. И их с меня. Хватит всех со всех. Так, Basement 1. Да, значит можно пойти к Якубовичу, если он будет. Пока у меня нет синих сердец, конечно же. Как только появится, все, в другой раз. Гудбай, Якубович, гудбай. Привет, Полифемус. Ауч. Ненавижу этот рой. Он... нехороший. Ха. Ну, деньги бы мне не помешали, если бы они где-нибудь здесь нашлись внезапно. Да, игра? Там и синее сердце, там и Mom's Purse. Что было бы неплохо. О, Черрио. Тоже неплохо. Все еще не идеально. Так, ну я не буду автомат раздалбывать. Не хочу, по крайней мере, пока что этого делать. Но, наверное, придется, потому что мне нужно синее сердце. А с дюком так проще всего. Без дамага можно его очень долго ковырять и много хп на нем потерять. А карта Черриот не то чтобы одна из самых полезных. О, отлично, еще и всего лишь одну бомбу потратил. Просто прекрасно. Я уже был готов вторую положить, но я не буду. Пущай будет так. У меня есть синее сердце, у меня есть бомба, у меня есть два ключа. Больше мне ничего не нужно. Пока что. О, черт, опять эти не очень товарищи. Да, вода в предыдущем забеге заряжалась так, потому что это было шоколадное молоко. И оно так работает с шоколадным молоком. Ну вообще с чем угодно, что имеет зарядку. Да просто игра так работает. Так, давай. Ненавижу темноту. А для похоти, наверное, темнота неплохо. Работает на руку, так сказать. Если вы понимаете, о чем я, блин. Вау! Ах ты ж сволочь. Ну, ладно, зато мой урон теперь выше. Ха-ха. Лошара.
Правда, урон выше мой, по-моему, исключительно на этот этаж. Или вообще на ту комнату, я уже точно не помню. По-моему, от получения урона с вот этим вот тринкетом, мой урон повышается на ту комнату, а не на уровень. Еще HP up. Окей. Ну, это плюс еще damage up, но это уже какой HP up подряд? Собственно, 3 из 3, ребята. Я должен стать HP up'ом. Я хочу трансформацию HP up'а в Afterburst. Господи, мухи, вы задрали. Макмиллан, а Макмиллан, убей себя, пожалуйста. Сделай миру одолжение. Бейте Макмиллана лопатой, дайте миру шанс. Так, ну и босс, конечно. Монстро! Оу, е! Этот легкий. Ну вот и трафлю подействовал. Я спать хочу. Без трафлю я как говна кусок себя чувствую. Лорд Жарабас? Мысль интересная. Берешь 3 HP апа и становишься Гейбином. Или Габином. Или как там его, Бином. Как-то так. Не дурственно. Габеном становлюсь. Окей. Все равно я не хочу. Здесь? Да. Я угадал. Ну, одну бомбу на две бомбы чисто технически. Я не буду взрывать этих чуваков, потому что... Что они могут мне дать? Так, ну у меня теперь два дамаджапа. Плюс Rotten Baby, плюс два куска кота. Not bad. Крутые комбо начинают попадаться чаще тогда, когда ты открываешь все артефакты. Ну или берешь D6, например. Тоже помогает. Так, ну, блин. Не в этот раз, нет. Тушь Евы круто, но дамаг против очень-очень-очень медленных слез.
Вы собакины дочери, я ваш рот яблоками кормил. Такая нетрадиционной сексуальной ориентации комната. Давайте пойдем в большую комнату, наверное. Там может быть путь к боссу. А это именно то, что мне нужно сейчас. Ага. Абсолютно пустая комната. А, нет. Не, это комната. Еще одна комната нетрадиционной сексуальной ориентации. Как памятник тому человеку, который ее добавил сюда. Ты заходишь, ничего не происходит. А эта хрень просто берет и улетает. Вау, потрясающе. Тоже две бомбы. Нет, смотрите-ка, лут различается в этих сундуках. Это интересно, надо запомнить. Я не могу материться. Я хочу спать. Если вы пили когда-нибудь травлю, вы знаете, что после него всегда хочется спать. Не так адово, как после Колдрекса, например. После Колдрекса вообще хочется упасть там, где стоишь. Блин, там такой жирный демо-шап валяется, я его взять не могу. Черт. Кто у нас тут? Мега Мью. Или Мега Мэл. Короче, Мега Мэн. Самый красивый, наверное, босс из всех. Самый такой олдскулом отдающий. Да. Пожалуйста, вот это. Так, батарейка здесь вне зоны доступа моего. Моей. Моё. Увы. Ну ладно, я знаю, куда это применить. Я знаю, куда это можно сейчас, прямо сейчас вот пойти и применить. Оу. Ну, вообще не дурно, но нет. Что же делать? Так, здесь...
Здесь. Спиддаун. О, да. О, блин, да. То, что нужно. Ладно, хиляем. Да что ж такое? Спамеры активизировались. Что, делать больше нечего. Так. Золотой ключ. А, все двери для меня теперь открыты. Вернее, открываются бесплатно. И сундуки золотые тоже. И это меня радует, потому что у меня всего лишь 5 ключей. Хотя 5 ключей, в принципе, тоже дофига. Разрулили. Давайте дальше. Я вообще надеялся здесь босса найти, например. Но, видимо, не судьба. Обычные москита, которые кровососы, по-моему, по-русски. Если не ошибаюсь. Что, в принципе, правильно, но не совсем. Оу-оу-оу. Изи-изи-изи-мен. Изи-мен. А, я думаю, что я сделаю вот это. А то у меня дамага совсем нисколько нет практически. Я думаю, что мне это полезно будет. Так, этого глазастого надо первым чпокнуть. А то уж больно он быстрый для меня. Так, здесь что? Надеюсь, что Крикет Хэт. Конечно, надеюсь. Кого моя надежда вообще волнует? Да, даже видно по полоске ХП, где в него мухи влетают. Даже если вы не видите, где конкретно, ну как они конкретно попадают в него, все равно видно, когда она в него попадает именно по самому ХП. Потому как оно отнимается. О, да, детка. О, да, детка. О, да, детка, наконец-то. Наконец-то мы говорим на одном языке с игрой. Так, теперь мне набрать бы, конечно, еще чуть-чуть дамага, потому что все-таки он, хоть и неплохой, но не серьезный. Он скорее царапает врагов, чем наносит им тяжелые увечья. Ау. Тварь. Тварь поганая. О, да, наконец-то.
Теперь я буду генерировать себе синие сердца. Ну, вернее, как я. Релик будет генерировать. Ну, давай. Давайте зайдем. Вдруг там код будет. Нет, на самом деле, но я думаю, что я возьму это. Это даже лучше, чем код. Это... халявное открытие всех сундуков. Открывание, в смысле. Открытие — это когда ты что-то нашел новое. Когда ты понял, что нутелла и джем — это, возможно, вкусно. Так, ну да. Нет. Определенно нет. Определенно да. Определенно, блин, да. Все, идем дальше, ребят. Надеюсь, что комбо меня не подведет в дальнейшем. Да, блин, это уже интересно. Просто захожу, блин, сюда и на тебе. Просто вау. Я, конечно, ожидал там золотой сундук, но чтобы Magic Mushroom. Такое бывает, но, ну, как, собственно, как видите, бывает. Но все-таки это интересно. Как я устал от этих их внезапных, блин, ударов. Ну, не то чтобы очень внезапных, но чаще всего прожектайлы мимо пролетают. Когда попадают, я к этому не готов просто. Так, ну если не буду тупить, то GG. Так, тут что у нас? Ладно. Чем дальше, тем жирнее, я смотрю. Прям как на пляжах. No. Так, у меня какой-то шум в подъезде, сейчас проверю, подождите. Да, у кого-то грузчики, ну, что-то носят. Ну, просто мало ли, может, кому-нибудь помощь нужна, а то там такой гул стоит. Не, может, конечно, и грузчикам помощь нужна, но я не буду рваться туда. Хотя, конечно, ментов могу вызвать, если что. Грузчики тоже разные бывают. Это, видимо, сосед, который ремонт делает, видимо, он и вызвал. Привет, Гаррет. Добро пожаловать, да. Постараюсь выздоравливать.
Сейчас пока сижу в Айзека играю, думаю, хватит ли меня хотя бы на Майнкрафт еще, а то что-то состояние вообще... Может быть, Айзеком сегодня играю и ограничимся. Ну, в принципе, если вы смотрите это на Ютубе, то вам по барабану уже. Я, скорее всего, уже здоров и стримы идут в нормальном порядке. Nope. Да, пожалуйста. Так, блин, вот с этим, как его, бонусом, модом, артефактом, который удваивает количество дропов в комнатах, просто невозможно иногда жить. Столько всякой хрени вываливается сразу. Оу, е! Мяу! 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 Лучше отлежаться. Да я и так прошлую неделю отвалялся. Думаете, мне особо весело сидеть и ничего не делать? Я так не могу, мне скучно. Мне поговорить не с кем. Я привык уже, что я каждый день с кем-то болтаю. Просто это такое состояние поганое. Вот самое поганое, это вот простуда. С гриппом ты просто лежишь и бредишь. А простуда, ты как бы нормально себя чувствуешь в целом. То есть можешь как-то функционировать, но у тебя насморк, горло, кашель и вот все остальное, что вреда не приносит, как бы, да, ну, такого ощутимого. Но существование твое подгаживает, да. Я не могу, почему я не стал сегодня Shovel Knight-то стримить? Потому что у меня просто реакции не хватит. Потому что я дико торможу сейчас. Вот, так что я потом запишу видео сегодня для Ютуба. Аудио, вернее, обращение, то что стримы будут немножко идти не в формате. Я напугал твоего кота? Прекрасно. Шок, Дионикс напугал чью-то киску. Смотреть бесплатно, без регистрации. Без смс. Онлайн. Код и любой penetrative damage, это penetrative shots, вернее, это жуткая имба. То есть, фактически, что косы, что бримстоун для кота, это имба. Помимо того, что код сам по себе имба. Ну, чуть-чуть, господи. Да, спамеров что-то сегодня многовато, согласен. Не нужно. Так, в принципе, я могу уже идти прям вот по прямой до финиша, до последнего левела. Мне никто ничего не сделает толком, если я не буду дико тупить. А дико тупить я не собираюсь. И куда уже больше. Вернем немножко бабла, а то я много сегодня вытащил из этого автомата. Просто а что мне еще нужно? Здоровье у меня есть, атака у меня есть,
полет, у меня есть скорость тоже. Умс, пройдено. Идем дальше. Настя, зато эти 8 царапин на твоей ноге будут напоминать тебе, что когда-то какой-то чувак из интернета напугал твоего кота мяуканьем. Вот. Воспоминания? Ностальгия? Внукам потом можно будет рассказывать. Judgment! Judgment! Judgment, judgment, judgment. Да, да, скорее я сегодня точно не дотяну. Извините. Спамеры аутисты? Да, богу с ними, кому не мешают. Пришел, кинул ссылку, получил бан, все. Проблем. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну ты и... Нехороший человек. Глазастая комната, однако. Блин, я бы меньше шатался, если бы у меня была карта. Черт, туда пошел, сюда пошел, столько времени трачу с этим комбо. Сколько, наверное, не стоило бы тратить с ним вообще. Если бы я это контролировал, конечно. Эх. Ко мне даже ни один моб не подойдет по-человечески. Да и не по-человечески тоже, в принципе, не подойдет. Никак не подойдет, никогда. Нет у него шансов. Элзап! Не нужный мне абсолютно, мешающий мне играть в Hell's Up. Хотя... Так странно это звучит, когда из комнаты вышел. Другие слои музыки ушли, а этот остался. Да что ж такое? Не нужно. Это убьет мой множитель дамага. Пилильщики. Почему-то подумалось пильщики. И сразу в голове возникла фраза «пильщик, напили мне купола». Я не знаю. Это все простуда. Она заставляет мой мозг генерить херню.
Вау! Блин, они быстрые! А таз какие быстрые! Сволочи! Сволочи! Они чуть не убили Кота! Кота? Я Кота? Кстати, Теория Большого Взрыва, по-моему, вышел новый сезон. Одна серия пока что. По крайней мере, как докладывает информационное агентство Паша Ньюс, все именно так и произошло. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау. А, я вчера кактус курил. Что? Что значит лекарством? Я курил вчера кактус. Ну, вернее, это был табак со вкусом кактуса, но я могу говорить, что я курил кактус. Там был на упаковке кактус, и оно было на вкус, наверное, как кактус, поэтому это был кактус. Скорее, не, Бумбастерс... Бумбастерс. Нет, Бумбастерс. Господи. Какой сложный у тебя ник. Сегодня Скайрима, скорее всего, не будет. Я себя сегодня не очень хорошо чувствую. И я просто буду в неадеквате к нему. Так что прошу понять и простить. Но я лучше себя чувствую, чем вчера. Вчера я себя чувствовал как бы... Ну, как бы лучше, но как бы все равно более расквашено. Я думаю, завтра уже буду чувствовать себя еще лучше. В принципе, это просто простуда. Меня вообще не торкает. Пройдено, и счет становится... А сколько становится, я забыл. 25-0. Оу, oh, yeah. GG.